и как-то засыпать начал. Языки пламени идут как силовые линии. Тут не видно, вот видно. По граням идут силовые плоскости, силовые линии. Точно так же я вижу пирамиды, по граням идущие контуры энергии. А сейчас обратила внимание, что так огонь выглядит. Прикольно. Огненная пирамида. Правда, трехгранная. Ого, тут какая-то фигура женщины прорисовалась. Но она не приближалась. Прикольная пирамида.
Интересно будет вариант. Я не ожидала. Как силовое поле. Как в шатре из огня находится сама пирамида. Прикольно. Йо-хо. Там можно сейчас посидеть, почувствовать восходящие потоки. Я думаю, задушить это нереально. Оно само будет сейчас прогорать и тухнуть.